Всем огромный привет! В этом видео я продолжаю делать обзоры на различные квасы. И сегодня у меня вот такой вот квас под названием Яхонт трапезный. Бутылка 1 литр. Вообще при слове Яхонт я вспоминаю мультфильм про домовенка Кузю, где там Баба Яга говорила: «Яхонтовый ты мой, вернись, я все прощу, плюшек напекла». Вот, я не знаю, что такое яхонт, наверное, это какой-то полудрагоценный камень или типа того. Вот, ну что ж, у нас написано классический рецепт, продукт живого брожения. Так, на Руси был всегда в почете квас. Тра-ла-ла, лабуда. Продукт натуральный, что-то плохо опять видно. Значит, написано, что это Московская область, город Мытищи. Делает. Вот. Ну, такая приятненькая бутылочка литровая. С такой вот горловинкой. Ну, что ж. Мы будем пробовать. Так, сегодня у меня без льда, потому что он стоял в холодильнике. Он и так холодный. Так. Что ж. Немного пенится. Понюхаем его. Здесь запах уже такой более как бы мощный, чем в очаковском. Такой как бы более дрожжевой. Пробуем. Вот. Вкус тоже такой. Более какие-то яркие оттенки тут. Такого чего-то дрожжевого, хлебного. Очаковский все-таки попреснее немножко. Ничего, так такой яркий вкус. В принципе, прикольно. Пить можно. Ну, конечно, я больше люблю очаковский. Ну, как номер два, наверное, пойдет. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока.